Начинаю с того, что мне нужно сделать желе. Красное, желтое и зеленое. Я беру такое готовое желе. Здесь уже содержится желатин. Его нужно только развести горячей водой. Это у меня клубника будет. У меня будет апельсин. Точно такой же можно купить зеленое. Но я зеленого не нашла. И буду использовать чай матча. Одну чайную ложечку. Кладу. Посмотрю, какой цвет будет. Наливаю 200 мл воды горячей. И в желе тоже по 200 мл горячей воды. Аккуратненько перемешать. А к зеленому чаю матча добавляю желатин, уже разведенный предварительно. Перемешиваю. И ставлю в холодильник на 4 часа. Делаю крем для торта. 2 яйца, 100 граммов сахара, ванилин и кукурузный крахмал 1 столовая ложка. Молоко 500 миллилитров. Крем поставила на средний огонь, на плиту, и уже никуда не отхожу от него, постоянно помешиваю, жду, когда закипит. Закипел. Снимаю и сразу снимаю с плиты. И пока еще крем горячий, добавила сливочное масло 50 граммов. Я хочу, чтобы он у меня был такой сливочный вкус, чтобы у него был. Поставила в миску с холодной водой, чтобы он быстрее остыл. Не затягиваю сверху пленкой, потому что я его периодически помешиваю. 20 граммов желатина. Заливаю. Желатин у меня быстрорастворимый. Водой. Теплой водой. Не сильно горячей. 200 миллилитров. Стакан. Даю ему немножко постоять. Желе очень хорошо застыло в холодильнике. Теперь мне его нужно разрезать. Разрезала все желешки, подготовила. Отдельно отложила вот такие всех видов. Всех расцветок. Это для украшения сверху. Крем остыл до комнатной температуры. И добавляю к нему желатин. Перемешиваю. Так. Крем готов. Я подготовила форму. У меня форма для выпечки 24 сантиметра диаметром. 5,5 высота. Дно. Затянула пакетиком и бока тоже тем же, таким же пакетиком. Смазала растительным маслом без запаха. И теперь где-то половину отправляю, чтобы только закрыть дно. Вот так. Теперь заполняю самоцветами. Распределяю их хаотично, как получится. Теперь остатки крема выливаю. Теперь остается сверху только украшение разложить. Торт постоял ночь в холодильнике. Я освобождаю его из формы.
очень вкусный сливочный торт получился. Очень легкий и в то же время сливочный и вкусный. Обычно такой торт делают со сметанным кремом. Предлагаю приготовить такой вариант с заварным сливочным кремом. Это очень вкусно получается. Очень легко и очень-очень вкусно. И попробуйте приготовить. И вкусных вам тортиков, друзья!